В деревне Пуговичино активными темпами ведутся работы в рамках президентской программы социальной газификации. Семья местных жителей Кочаян – одни из тех, у кого уже тепло. Заявку на газ подали весной, но то, что он будет всего лишь через несколько месяцев, верилось с трудом, признается хозяйка дома. Мы в дом заехали 3 июля, и то, что нас газифицировали в сентябре, это было подарком, наверное, на новоселье. Приятным сюрпризом стали не только быстрые сроки выполнения работ. Газовщики всегда были на связи, давали советы по оборудованию, подсказали наиболее оптимальный вариант подведения голубого топлива. Советовались, как нам удобнее, где проводить, с какой стороны внутреннее оборудование ставить, так чтобы и у нас здесь в котельной оно не мешало, и им наши трубы тоже не мешали. То есть это на стадии проектирования еще все было обговорено. Всего в Пуговичине меньше, чем за месяц построено более 150 метров распределительного газопровода. Подключены 4 домовладения. Внутренние же работы непосредственно на участке и в доме занимают и того меньше времени. У нас первый раз газовщики приехали устанавливать оборудование 12 сентября. 13 нам выкопали траншею. А 26 сентября мы уже были с отоплением. До конца этого года в деревне планируется завести газ в 12 домовладений. Напомню, что подключиться к программе социальной газификации очень просто. Это можно сделать на сайте или в офисах МОСОБЛГАЗа. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.